incidence вопрос. In a monohybridic genetic cross, a ratio of phenotypes of 3 to 1, rather than the usual 3 to 1 ratio, was seen. This could be due to offspring with both dominant alleles not surviving, only a small number of offspring being produced, and it's a chance. Ну, давайте посмотрим. Рассмотрим эту ситуацию так. То есть, я сейчас нарисую уже непосредственно все возможные комбинации. А, Б, А, А, при этом ознаменатные аллели. А, Б, А, Б. Вот это должно быть в норме. То есть, три рецессивные проявления рецессивного гена. То есть, один рецессивный ген к трем. Три аллели у нас обладают по доминантному гену определенными проявлением какой-либо, скажем, от болезни или отклонения. И только в одном случае у нас будет признак по рецессивному типу. И тут нам говорят то, что у нас почему-то phenotypes, cross ratio phenotypes 3 к 0. То есть на 3 рожденных доминантных аллеле вышло 0 рецессивных. Давайте посмотрим. Первый вариант. Offspring with both dominant alleles not surviving. То есть АП. То есть наличие хотя бы одного из доминантных аллелей. Дальше 14 вопрос. The diagram shows an experiment kept at room temperature. Solution containing protein, starch, and amylase. This is test tube, this is distilled water, and partially permeable membrane. The experiment is left for 45 minutes. Which molecules are in the distilled water after 45 minutes? Okay, present and then present. Так, смотрим. После 45 минут нас спрашивают, что же останется в дистиллированной воде. Давайте порассуждаем. Первое, на что бы я на ваше внимание обратил внимание, это комбинация таких веществ, как амилаза и старч, то есть крахмал и амилаза. Дело в том, что амилаза – это как раз-таки фермент, который отвечает за расщепление крахмала, то есть старч, в глюкозу, в чистую глюкозу. По этой причине вся амилаза у нас израсходуется. То есть амилаза прореагирует со старч, и выйдет из этого у нас глюкоза. То есть амилазу мы сразу же исключаем. Она не останется после 45 минут. Старч тоже исчезнет. Глюкоза. Глюкоза это моносахарид. Он гидрофильный, он растворяется в воде. По этой причине пока что он единственный кандидат на то, чтобы остаться в воде вообще после 45 минут. То есть он будет присутствовать. Так, теперь протеин. Протеин. Давайте подумаем. После 45 минут. Дело в том, что через semi-permeable membrane, то есть через мембрану, крупные вещества будут как раз-таки проникать. А такие сильно растворенные маленькие вещества типа глюкозы уже не смогут. По этой причине протеины, как таковые, они осядут. То есть, пройдя через эту мембрану, они осядут на дне этого тест-тюб и присутствовать тоже не будут. Вариант глицерол мы сразу же исключаем, потому что откуда ему вообще там взяться? Он не является побочным эффектом, продуктом, связанным, продуктом,
разложение крахмала, он там таким боком не присутствует. Глицерол, как я уже говорил ранее, участвует в жировом метаболизме, метаболизме жиров, и здесь ему вообще нет ничего. И остается у нас amino acids. Amino acids, они нерастворимы в воде, то есть они не гидрофильные, у них нету способности к сообщению с водой, такой, как у глюкозы. По этой причине мне видится то, что его тоже не будет. Amino acids не будут присутствовать. Получается так. Думаю, я ответил на этот вопрос. 14-я задача. Переходим к 15-й. Так, давайте в отдельном варианте посмотрим. Which of the following could be found in a healthy adult liver cell? First, gene for amylase. Second, at least one X chromosome. And third is starch. Среди всех этих вариантов, я думаю, будет самым рациональным сперва сказать, что gene for amylase и at least one X chromosome, они составляют единый ген человека. То есть не единый ген, а геном. Единый геном человека. То есть номера 1 и 2 будут идти вместе. Потому что это будет очень логично сказать. То есть ДНК и, в общем, геном содержится в каждой клетке человека. Соответственно, весь этот геном содержит всю информацию, наследственную информацию о человеке. То есть в теории из одной клетки можно вынести весь человеческий геном. Но суть-то в том, что в каждой определенной клетке идет экспрессия лишь определенных генов, то есть идет синтез лишь определенных характерных данному типу клеток белков. Но это не отменяет того факта, что геном человека, в принципе, в каждой клетке повторяется. И по этой причине в клетке взрослого человека мы с легкостью обнаружим ген как для амилазы, так и одну X-хромосому. Как минимум, одну X-хромосому. И теперь, насчет третьего пункта, starch, то есть крахмал, насчет этого можно подумать. Дело в том, что крахмал в своем первозданном неизменном виде сложном, то есть в виде, вряд ли встретится в печени. Так как, давайте вообще вспомним структуру крахмала. Starch, он состоит из повторяющихся молекул глюкозы. А крахмал, который поступает извне, там для его характерно, по-моему, если я не ошибаюсь, 1,6. Также там будут присутствовать вертикальные вроде как связи. То есть, так или иначе, понятно, что я этим хотел сказать, то, что старч – это у нас сложное вещество, сложный углевод. И сложный углевод именно в таком виде в печени у нас не хранится. У нас там хранится гликоген. То есть глюкоза сохраняется в форме гликогена, но не в форме крахмала. Это он скапливается в растениях. Так что имейте это в виду. То есть в клетке печени взрослого человека старч не будет храниться ни в коем случае. Потому что при поступлении его даже с пищей он декомпозируется до мономеров глюкозы и других веществ. Так что правильным вариантом здесь будет я. Очень интересный, на самом деле, составленный вопрос. С биологией мы закончили. С биологией мы закончили.